Значит, сегодня что у нас? Вы потом сами посчитайте. Глядите, как получается. В начале работы сегодня 7:35. Что означает? От дома отъехали. Вы сейчас подъехали, а окончание работы там без 5:19 ровно. Часы можно посмотреть. Вот. Обед был с 13:30 до 14:40. 1 час 10 минут. Так, заправка с 11 до 11:25. 25 минут стояли. Так. Теперь я показываю. Это ремонт вместе соединился с обедом. Что у нас получается? Если взять 7 до 19 полностью, без вычетов, 7 и 19, то получается от 7 до 7, 12 часов. Но у нас здесь 35 минут надо высчитать, их не было. Я показываю, вот, я 12 часов, от них я высчитываю 35. Обед час 10, час 10, 70 минут. Я делаю 30, 70 минут. Так, и заправка 25. Что у нас получается? Так, подождите. Это 75. Получается 0. 10. 5 до 5, 10, 0. 7 до 3, 10. 11, 12, 1 в уме 13. 130 минут с обеда мы теряем. И вчерашний час прибавляю. Получается здесь что? 2 часа 10 минут. 130 минут. Правильно? 130 минут. Это вот 2 часа, это равняется... Вот 130 минут равняется 2 часа 10 минут. По 60 минут. 6 у 2, 12. И плюс 10 минут. И час вчерашний. Получается потеря 3 часа 10 минут. А мы-то считали 12, если бы было полное. 12 отнять 3,10, получается 9 часов. 9 часов. Я 10 минут бросаю теперь, они никуда. Мало ли там что было. 9 часов по полтора. 9 и 5, 45. 9 и 1, 9, 4, 13. 13,50 ваших. Но вы мне должны 2,250. Так а вы что, час выкинули или как? Да, я... Так. Это так остается. За час-то я там начислил. Это так и будет. Я просто сейчас, ну, вчерашний счет остался. За тот час-то я заплатил. Я его просто удаляю. Все, 2,250. 2,250, а остается 11,250. 11,250. Если я 10 отдаю, то я должен теперь оставить вам. 1,250 за мной будет тогда. Вот мой расчет, я вам оставляю его. Вы можете посмотреть, проверить. Тут вы уже все подписали. А? Тут вы уже записали все? Да, все. Все, абсолютно все. Значит, теперь мой долг, Алексею. 1250. Я вам бумажку оставлю, увидите, какой расчет был. Так, что остается здесь? Отдаю 10. Так, отдаю 10 тысяч. Все. Вы сами еще проверьте, возьмите. Посмотрите, здесь расчет полный. Так, сейчас я ручку достану. Надо как-то вывести на нули и потом... А? Да как-то надо на нули вывести и потом работать, чтобы по часам ровно шло. Да. Это можем мы делать так. Выходить, чтобы вовремя с обеда никаких этих... Считалки. А я дал, просто посмотрите. Я написал даже какого числа здесь. 9-10. Так, минутку. Тут я дал, считал. 10 я должен. Проверите вашу подпись. Так. 10 тысяч. Так я вам должен буду. В следующий раз мы как раз это запишем. 1250 рублей. Завтра как-то надо выйти на ровный уровень. Да. Я думаю, утром мы пойдем с той стороны, сразу пройдем. Потому что там на ваш пруд, вы пойдете на пруд быстрее делать, чтобы попутный пруд, да другой раз ему туда не надо заходить. А эта, которая большая, это всякой бякой, что мы отсюда будем таскать-то? А это вы уже столкнулись, с этим мы соединим оттуда, когда пойдет глина. Все. У нас этот бок закончим. И сразу мы посмотрим дальше, где у нас тоннель. Мне не нравится дорога. Она плоская получилась, как столешница. Ее надо, как на этой стороне. На этой у нас получилось хорошо.
А там надо закрулить маленько. От боков поднять или как там, посмотрите. Это нормальное. Что спрашивает такая машина? Мне что-то не понравилось, что он выехали, трясет так сильно его. Ну потому что катки заклинили. Заклинили. А что теперь делать? Ничего, до победного. Ну надо что-то делать. Сидите, как вы там сидеть-то можете этот день? Это же ужас. Мозги все трясет. Ну там-то он мягко идет по глине. А, по глине? А то идете, вас как лихорадка трясет. Ну тут под сверху. Ну день неплохой, прошел, слава богу. Вы с этими рассчитались, с горючим. Происшествий нет, все здоровые. Все, у Игоря опять поломка. Если бы я богатый был, вот богатый, допустим, миллион долларов, 10 миллионов, я бы первым делом купил Игорю комбайн. Что он, бедный, мучается? Леночка стоит около него, на гайки накручивает, это завуч, учительница, вместе с ним. Сынишка вот такой вот, трактор водит, все. Это вообще ужас просто один. И еще старается обмануть такого человека. Я не знаю, ни родному брату, ни свату, никому. Ему первому приобрел. Ну нет у меня. Бодливой коровы, бог рог, говорит, не дает. Ну все на этом. Там, наверное, сестры уже вас обиходили. Я и не проголодался. О, так накормят и не проголодался. Надо поесть. И знаете, закон какой, что если поел, 2 часа не ложиться, иначе желудок болеть будет. Выйди, погуляй, походи. Посмотри, какая помощь от нас. Володя, завтра с пилой и с топором на эту сторону подойти надо, сучок спилить. Мы утром поедем прямо вокруг. На какую сторону? Ну ладно, потом, когда выйдешь, мы там зайдем к вам. Угу. Там один сук торчит прямо на пути к нему. Утром вы все туда киньте, чтобы до перехода, до слива убрать все. Ладно. Серый не пришел? Нет, не видно. Здесь, вот эту я крайнюю сейчас посмотрел, она временами задержит, временами крутится, последняя. Ну так, по говну поезди, там в Шарчино, по говну ездил, по жижу. Она захватила, заржавела. Конечно, а потом такую даль пролетела. Ну все. Еще бы. Тут-то земля чистая. Да нет, крутится. Вы видите сами, что ну, не тронута иногда земля. Видишь, он все. А они не смазываются? Нет. А может, не смазывается. У них подшипников там нету? Есть. Есть, так вот. Если не смазывать, так они вообще полетят. Так, Володя, поехали ужинать.